Приветствую вас, уважаемые любители рыбалки, рыбалов ловли. В сегодняшнем выпуске хотел бы рассказать про то, как я изготавливаю мормышки. Для изготовления нам понадобится деревянная основа, формочка так называемая. Вот здесь несколько вот форм я делал. Это для сегодняшнего типа, для мормышки-капельки. Делал углубление, вырезал ножом. Есть вот такого плана, есть вот такого плана формы для заливки мормышек. Вот, ну и соответственно такие дела, разнокалиберные, для разных условий вот изготавливал. Вот, далее устанавливается иголочка, лучше это брать из нержавеющей стали, из такой, которая не поддается пайке обычно. Вот, продевается внутрь, это в дальнейшем будет ваше отверстие для лески. Вот, устанавливается, далее берется крючок и, соответственно, паяльник. Так, не понадобится, берется паяльник. Крючок надо нам обработать для того, чтобы он нормально в дальнейшем паялся без каких-либо проблем, так сказать, обудить его. Если вы не сможете удержать в руках, если очень горячо, тогда можно использовать пинцет для поддержки крючка во время пайки. Все, в принципе, на таком виде подготовлено, облужено. Ну вот, далее берем и заполняем форму. Вот. Уже непосредственно уловом. Сейчас в наше время продается очень много олова, оно уже идет с примесью. Вот. Канифоль. Так что, в принципе, это канифоль для пайки как таковая не обязательно, потому что идет уже новое, готовое. Вот. На многих пачках будете, которые покупать, это уже будет видно. Это указывается. Заполняем форму, прогреваем это все постоянно, управляем. Ну, так. Да. В принципе, готово. Можно устанавливать крючок. Вот, ставим крючок. Все, в принципе, готово. Такая вот заготовочка у нас мормышки. Вот, в дальнейшем сейчас буду извлекать и уже дальше обрабатывать вручную. Надо дать остыть, соответственно, и дальше уже доработать руками. Паяльник отключаете, и помните, он очень горячий, соблюдайте правила безопасности. Thank you.
заготовку, которая у нас получилась после пайки, и начинаем ее зачищать, подгонять до нужных нам размеров. Мормышки делала специально утяжеленным, потому что основная ловля происходит у нас в сильно заросших местах, для того, чтобы довольно-таки быстро доставить мормышку на дно. Делаю более тяжелой самопальной. Мормышка готова, то что получилось, весь процесс создания вы видели, и для итоговой обработки нам понадобилось один напильник со средней насечкой, ну, соответственно, набор надфиля, еще трогали штук для догонки, для шлифовки. Со временем у вас эта мормышка потускнеет, я бы даже сказал,
с первым контактом с водой, она кислится. Вот. Поэтому я иногда докрашиваю их, то есть другие цвета. Ну, есть они у меня вот такого плана самодельного. Я их уже окрашивал. Также делал белую. Под малька. Экспериментировал. Вот такого плана. Самоделки. Делал с двойниками. Экспериментировал по разной рыбе. Тоже пробовал на окуня, на карася, на ротана. По зарослям, по густой крепкой траве. Коряжнику самую лучшую мормышку по ротану и по карасю. Вот это, грубо говоря, заготовка, которая получилась. Под раскраску, по желанию. И, соответственно, уже готовое, то, что вы можете наблюдать, уважаемые подписчики, зрители канала. Вот. Можно продавать любую форму. Вот, там догонял, в виде малька делал. Ставят любые крючки, любых размеров, что вам надо. Вот, в принципе, это недолго заняло, по времени где-то минут, ну, полчаса, минут 40, вместе с догонкой, со всеми этими делами. Вот. Надеюсь, было видео полезным для вас. Всем удачи, удачных рыбалок. Пока-пока.